Там, я смотрю, уже вышли. Ну, уже начали монолит. Да, что у вас? Там начали монолит, это, да. В селе Немчиновка вместо снесенного недостроя Института лесного хозяйства появится современная школа на 550 мест. Ход строительства проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. К работам здесь приступили 2 месяца назад, и сейчас на объекте задействовано 30 человек и 5 единиц спецтехники. В настоящий момент практически завершены работы по разработке котлована, сносу старых строений. Ведутся работы по возведению монолита, приступили к фундаментной части здания. И одновременно ведутся работы по устройству внутриплощадочных сетей. В образовательном учреждении разместятся учебные кабинеты, медицинский блок, обеденные актовые залы, пищеблок, библиотечно-информационный центр и другие помещения. На территории построят спортивное ядро в рамках программы «Открытый стадион». Также будет обустроено пространство для посадки и высадки школьного автобуса. Заезжать будем в центр. Построить и ввести в эксплуатацию школу в Немчиновке должны до конца года. Готовность на данный момент составляет 10%. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».